Из 12 видов спорта, которые заявлены на всемирные зимние студенческие игры в Алматы, у нас хорошие медальные шансы во многих состязаниях. Но лыжный спорт вне конкуренции. За всю историю выступления казахстанцев как отдельной команды с 1993 года в активе наших спортсменов 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Через 3 года пополнить копилку на Универсиаде 2017 могут те же Марк Старостин и Марина Матросова. Марк Старостин у нас сейчас выступает на Олимпийских играх. И на Всемирной универсиаде он с золотой медалью. По рейтингу среди женщин на сегодняшний день Матросова у нас стоит на 3-м месте. В 2017 году Матросова она будет занимать у нас по рейтингу первое-второе место. Это довольно-таки спортсменка, физически очень крепкая, высокая, очень настойчивая личность. То есть здесь для нее таких огромных усилий не будет бороться за медали на Всемирной универсиаде, это однозначно. Большие надежды мы связываем в 2017 году и с нашими фристайлистами. Николай Алексеевич ждал медали в Сочи от своей студентки Юлии Галышевой. Но это спорт, заключает доцент Казаста. Зато на Олимпиаде было открыто новое имя – Павел Колмаков. Молодой спортсмен только в 2013 году начал выступать на этапах Кубка мира и сразу 10-е место на играх 2014. Колмаков у нас – это новая звезда, это на сегодняшний день он уже по спортивным своим результатам, он уже рейхер. Но я его знаю с 6 лет, и он вырос у меня на глазах, да, этот парень очень-очень серьезный. Если мы полностью мы сделаем, подойдем к нему, к его подготовке к Всемирной универсиаде, довольно-таки серьезно, то это у нас будет там разыграться 2 золотые медали у мужчин. Это 100% будет 2 золотых медали на Всемирной универсиаде. На крупных зимних стартах шорт-трек – один из медалеемких видов спорта. Не секрет, что моду здесь диктуют представители Кореи. Ну а чего ждать в Алматы от отечественных воспитанников? Возможно, Айдар Бекжанов, Денис Никиша и другие составят достойную конкуренцию лидерам этого вида спорта. Состав сборной команды Казахстана по шорт-треку составляют все молодые спортсмены. И все они потенциально могут участвовать в универсиаде. Благодаря тому, что нашу сборную команду сейчас тренирует тоже корейский тренер Джимми Чен, и вот у нас успехи в развитии, будем так говорить, да? Они все имеют реальные шансы участвовать в универсиаде и быть в призах. В этом виде спорта у нас есть тоже очень большие шансы, потому что вид спорта, если брать по возрасту, то все, кто сейчас чемпионы мира, Олимпийских игр или еще что-нибудь, они у нас на Всемирной универсиаде выступать не будут, потому что по возрасту никто не проходит. Тот же канадец, олимпийский чемпион или кто-то другой, они все. Поэтому у нас и получится, что наши спортсмены будут... Если брать, кто будет допущен к универсиаде, они будут по рейтингу стоять на самом верху. В истории казахстанского сноуборда наши пока не могут похвалиться серьезными достижениями. Честь страны на крупных турнирах защищает единственная спортсменка Валерия Цой. Но оказывается, у нее есть достойный конкурент, которая не раз выигрывала у первого номера. Это студентка из Восточного Казахстана Ксения Тупик, которая уже заработала свои первые рейтинговые баллы в Трентино и заявила о себе в мире сноуборда. Ей нужно только побольше международного опыта, уверяет Николай Алексеевич. Вот это та человек, который технически, психологически или еще что-нибудь, то же самое, что... Цой. Поэтому на нее мы очень серьезно рассчитываем. У нас 3 года. 3 года до 3 сезона. И мы за эти 3 сезона, я думаю, что она очень-очень хорошо себя проявит и покажет, если мы создадим все условия.
Один из видов универсиады, где мы также можем ожидать наград – биатлон. Наша биатлонная трасса считается очень серьезной. Чтобы привыкнуть к ней, надо тренироваться здесь. Именно сей факт является главным преимуществом у казахстанских стреляющих лыжников. Да, лидер почти готов. Отечественных биатлонистов поведет за собой чемпионка мира среди юниоров Галина Вишневская. Это спортсменка довольно-таки. Может себя очень хорошо показать, и у нее есть время именно готовиться на наших трассах. Чем хорошо, мы можем рассчитывать на очень высокие результаты, потому что мы будем тренироваться на своих. Если в Олимпийские игры или еще что-нибудь, там есть определенные законы, что нужно предоставлять всем трассы, предоставлять за один год проводить предолимпийскую неделю или еще что-нибудь, универсиада этого не требует. Поэтому мы можем тренироваться чисто на своих трассах. А наша трасса в биатлоне, она довольно-таки серьезная и коварная. Ну и, конечно, главной нашей звездой на предстоящей универсиаде станет алматинец Денис Тен. Никто из его поклонников не сомневается в его победе, тем более в родном городе. Помимо него подрастает еще одна звездочка – Элизабет Турсынбаева. Ей 13 лет, она попадает сейчас на чемпионат мира юниорский. Вот посмотрим, гран-при она второе место заняла в Минске. На нее большие надежды. За 3 года она как раз, сейчас она в 9 классе, она должна поступить в институт и на универсиаде может выступить хорошо. Денис Тен сейчас лидер, он лидер фигурного катания, мирового фигурного катания. Он наш, он вырос на наших глазах, он тренировался тоже на этом льду. Мы все желаем ему успеха и побед. Все это только наши прогнозы, но они основаны как на результатах вышеперечисленных спортсменов, так и на комментариях компетентных людей. А вообще, на домашней универсиаде в 2017 году хотелось бы просто увидеть в каждом виде спорта побольше местных талантов. На это мы и рассчитываем.